Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» вновь стал Сергей Пахомов. Выборы прошли в минувшую субботу в Плёсе. На должность изначально претендовали 6 человек, но Игорь Волков снял свою кандидатуру задолго до дня голосования. В финишной прямой вышли 5 партийцев. Непосредственно перед процедурой голосования от притязаний на пост секретаря отказались Елена Лапшина и Дмитрий Платонов. По результатам подсчетов голоса распределились следующим образом. Буров Анатолий Константинович 8. Пахомов Сергей Александрович 104, Смирнов Виктор Владимирович 10. После того, как был озвучен лидер партии, делегаты сформировали новый состав политического совета. Таким образом, завершилась масштабная отчетно-выборная кампания, которая началась в августе с выборов руководителей первичных отделений партии. Сергей Пахомов отметил, что предыдущие 5 лет работы были продуктивными и выразил надежду на еще более эффективное взаимодействие. Самое главное – то, чего удалось добиться региональному отделению партии, это обеспечить ту политическую стабильность на территории региона, которая позволяет, в принципе, региону не обращать внимания на различные политические катаклизмы, а спокойно развиваться. И тем нашим коллегам-чиновникам, которых мы в свое время делегировали во власть, позволяет спокойно работать. Глава региона Михаил Мень, который также принимал участие в работе конференции, отметил, что благодаря фракции «Единой России» в региональном парламенте нашей области удается успешно отстаивать интересы на федеральном уровне и привлекать дополнительные денежные средства. Было бы сложнее отстаивать наши интересы на федеральном уровне по привлечению средств различных федеральных целевых программ, потому что участие в этих целевых программах требует постоянной корректировки бюджетного процесса, и здесь просто федеральные министерства знают то, что в Ивановской области единомышленники работают в обеих ветвях власти, и при необходимости корректировки там по софинансированию, которого требуют федеральные целевые программы, все будет сделано без сбоя. Любовь Подчерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.